В Пентагоне заявили, что разрабатывали новую крылатую ракету с февраля этого года. В военном ведомстве добавили, что работы начались, как только Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Создание нового вида вооружения велось ускоренными темпами. Это позволило провести испытания сразу после того, как стратегическое соглашение перестало действовать. В Пентагоне также отметили, что разработка крылатых ракет наземного базирования находится на раннем этапе.